Всем привет, с вами Аурум. Недавно я провел эксперимент, о котором вам сейчас поведаю. Итак, ребят, когда у нас был клановый сундук, нужно было делать поединки 2 на 2. Моему товарищу Саше Румянцеву пришла в голову идея, что типа можно фармить клановый сундук. То есть какая суть? Вы в своем клане набиваете клановый сундук, потом выходите, создаете новый клан, набираете опять людей, опять набиваете клановый сундук и так делаете, пока вам тошно не станет от игры Clash Royale. И, в общем-то, я именно это и сделал. Я собрал клан, у себя на страничке выложил скрин этого клана. Само собой, клан забился буквально за минуту, и мы начали фармить клановый сундук. Но, опять же, остановлюсь на том моменте, что было очень весело. Мы набили клановый сундук буквально минут за 40. Я ни разу не проиграл, то есть реально как-то со всеми ребятами так сыгрались, что, блин, как-то вот тупо ни разу не проиграл. И вообще, респектом вам и уважуха, те, кто поучаствовали в этом флешмобчике таком. Но, ребят, самое интересное дальше. Как только мы набили клановый сундук, как видите, пишется, он уже готов, но его нет. Я не могу получить клановый сундук, и что это за дерьмо, я тоже не знаю. Я уже, конечно же, написал сразу службу поддержки. Вы, наверное, можете мне сказать, типа, мол, Серега, Аурум, ты чё, охренел? Ты уже один раз получил клановый сундук, Supercell не дебилы, и они запретили тебе получать еще раз клановый сундук. Это все, конечно, очень логично, но дело в том, что как только появился вообще клановый сундук в игре, мои сокланы буквально за полтора часа набили его и без меня, потому что я тупо не успел на него. И тот, кто смотрел мои предыдущие ролики, которые касаются вот нового режима 2 на 2, они знают о том, что я не получил клановый сундук. И я очень сильно надеялся получить его сейчас. Но Supercell мне пишет, что нет, ни хрена ты его не получишь. Как так-то, блин? Ну, в общем-то, ладно, что тут гадать. Узнаем о службе поддержки, что же это за дерьмо было и почему мне не дали клановый сундук за все 3 дня ни разу, да? То есть, ну, второй раз я честно отработал. Второе место, у меня вот 4 коронки, то есть все, блин, у меня все круто, и мне не дают клановый, фигня полная. Ну и, как вы понимаете, мой эксперимент полностью провалился, Supercell не дураки, нафармить клановый сундук не получится. То есть если вы, например, в своем клане провели уже, в общем-то, вот это состязание кланового сундука, и решите создать новый клан, там попытаться провести, то нет, вам не даст клановый сундук. По крайней мере, ни одному из моих сокланов, в общем-то, я так понимаю, вот новых сокланов, ни один из них не получил клановый сундук, поэтому фармить не получится. Хотя было бы круто, реально. Клановые сундуки, по сути, они, ну, не настолько супер прям крутые, но если, представьте себе, если вы сможете за день там штук 10 себе фармануть, это уже было бы прикольно. А цена вопроса — создание клана. А создание клана — 1000 голды. То есть идея, на первый взгляд, была гениальная, но Supercell, по идее, ее сразу же прочитали и сразу же не позволили получать дополнительный клановый сундук. Хотя я вот считаю, что испытанию 2 на 2 реально не хватает какой-то оберточки покрасивше, да? То есть сам режим, он очень драйвовый, очень крутой, очень прикольный. Это одно из самых лучших вещей, которые появлялись в Clash Royale. Я бы сравнил этот режим с появлением турниров. Ну вот тех первых турниров, которые были, сундуки по 15к карт, вот эти наши первые ощущения от турнира, вот примерно такие же эмоции сейчас охватили очень многих игроков, но не хватает вот какой-то оберточки в том смысле, ну какой нахер клановый сундук, ну о чем вы говорите, сделайте какие-то турниры, сделайте тоже испытания, но, блин, клановый сундук, вот сугубо клановый сундук, набивание кланового сундука 2 на 2, это как-то немного туповато. То есть это явно недоделанная работа. Вплоть до того, что создайте новый глобал. Ну, правда, реально, многие говорили, что, типа, давайте вообще текущий глобал заменим с одиночных поединков на поединки 2 на 2. Но я не думаю, что нужно настолько кардинально это все делать. Да и Supercell никогда на это не пойдет. Но параллельную вселенную создать было бы неплохо. Ну, например, поединки в глобале 2 на 2. То есть покорить легендарную лигу со своей
своим товарищам, это прям было бы очень круто. И эмоций это вызывает тоже намного-намного больше. Поэтому режим 2 на 2, мне кажется, еще будет развиваться, потому что, еще раз повторюсь, набивание кланового сундука 2 на 2 — это не предел мечтаний. 2 на 2 могут быть испытания, 2 на 2 могут быть турниры, 2 на 2 может быть глобал, может быть все что угодно в этой игре. Вот то, что мы проходим в одиночку, можно будет проходить вдвоем. И это факт, и я уверен, что это реализуют, просто разработчики не успели и решили выкатить, ну, как есть, да, то есть они должны были этот режим, по идее, ввести еще 3 марта. 3 марта они не успели, отложили это дело и вот выкатили, как оно есть, вместе с клановым и прочим. Поэтому, ну, в любом случае, кайф мы получили. Я уверен, что вы тоже получили кайф. Поэтому, ребят, те, кому нравится этот режим, ставьте пальцы вверх. Ну и под конец оставлю вам своих реплейчиков 2 на 2, которые, в общем-то, покатал абсолютно со случайными моими подписчиками. Те, кто откликнулись на этот эксперимент, на этот флешмоб. Ребята, еще раз вам огромное спасибо. Ну и, в общем-то, с вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, клановый свой я когда-нибудь все-таки получу. Всем удачки, ребят.